Euromusic Entertainment, концерн Multigroup и группа компаний Prince представляют. Москва, 12 декабря, 18:00. Государственный Кремлевский дворец. Главный и долгожданный концерт года. Новогоднее Таши-шоу. С участием самых ярких звезд эстрады, кино и юмора. Ашот Газарян, Левона Рутинян, Нерси Кисперян, Араме, Сильва Акопян, Арам Артиросян, Сона, Айкос Питакци, Зара Бабаян, Арсен Сафарян, Зироян, Андроник Арутюнян, Эрик Карапетян, Саркис Егеазарян, Елена Варданян, Сароги Геворкян, Наира Диланян, Амлет Геворкян, Роза Филберг, Саркис Аветисян и Мариан, Гурген Дабагян, Лилит Карапетян, Агас Манукян, Татева Сатрян, Хакоб Хакопян и Армен Хованисян, Вартан Саркисян, Григорий Ясаян, Арсен Шахунц, Эдгар, Елена Воробей, Евгений Петросян, Карен Аванесян, Сосо Павлиашвили, Маргарита Позоян, Анетта Агабекян, Яна Григорян и Мали, Масис Хунанян, Аршак Степанян и другие. Ведущие вечера: Армен Петросян, Елена Асатрян, Араме, Анна Гашкова, Георгий Кот, Луиза Нерсисян, Альвина Амирян, Рафаэль Геранусян, Понч, Мгер Армения и Арусик Тигранян. Спешите на единственное и незабываемое яркое новогоднее шоу года. Вход в вечерних туалетах, ведется телевизионная съемка. Билеты по телефону плюс 7-495-517-50-57 на сайте концерт.ру или в кассах Кремля. Спонсоры шоу: гостиничный комплекс «Фараон», авиакомпания «Fly One Armenia», гостиница «Принц Парк Отель», банкетный зал «Прайм Холл», торговая сеть «Армянский дом», «Желато Аморе» и Академия красоты Георгия Кота. Генеральный информационный партнер — телеканал «Кентрон ТВ». Информационные партнеры — телеканал «Music Box Gold», «Song TV» и радиостанция «Восток FM».